Sindel. Привет, привет. Не, ну Текен-то понятно, Кандалош. Текен, ну блин. Думать надо по поводу тура. Если, конечно, вообще его делать. Аж самому стрёмно, если честно. Ой, ну и херня. Просто ну и херня вообще. Чел в шоке, да, наверное. О, боже мой. Какая чушь. Что это? Что это такое? Ага. Кастомки такие. Капец. Ну вот и что вот ему сделать? Да, и чё? Вот и что? И что вот человеку делать, да? Персонажа менять только. Хорош. Даже три скомбил, ё-моё. Ну вот, подбирается, видите, потихоньку подбирается. Контрпик Робокопа, ведь он хотел зайти пострелять. Ну да, ну он пытается стрелять. А
А, пистолет, да он пытается использовать. Просто суть в том, что... Суть в том, что АА пистолет не бьет же через весь экран. В отличие от этих проджектайлов Синдел. Они еще и чипуют на самом деле так неплохо эти сферы. Да это идиотизм вообще. О, боже мой. Как же тупо вообще, как же тупо. Нет, суть в том, что, конечно же, против хорошего игрока ты не сможешь все равно так спамить, ну, так спамить зонингом. Он все равно, контрпик все равно можно подобрать, который перебьет этот зонинг. Но суть в том, что само по себе вот этот баг работает, это, конечно, тупо. Ой, какой кошмар. Чуваку нужен свич на шиву, да, согласен. Просто Робокоп-то сильный зонер, да, но он же это... Но он сильный зонер по части стрельбы с земли, а не стрельбы в воздухе. И поэтому, как бы... А я в воздухе вишу. Вару к турниру от НРС, ага, к турниру. Да, Синдел, Найтвульф, а они, в принципе, Шива та же, Скорпион тот же. Ну, то есть, не есть несколько персонажей, которые сконтрят по-любому этот зонинг. Есть персонажи. Ну, вот Скорпиона он взял, да, вот этот Скорпион может сконтрить, потому что телепорт есть, что ему? Что ему этот зонинг? Убежал, да и все. Аутворд. Хорошо, сейчас. Mm-hmm.
О, вот оно что, Михалыч. Такое говно вообще. Ну и говно вообще, ну и говно. Прибавьте к этому то, что, ну, на что вообще способна Синдел. То есть она достаточно сильный ведь персонаж. Это я какой-то херней страдаю, ну как бы. А если, я не знаю, дубасик, трухантер какой-нибудь там возьмут такое, и что вот? И что? Достал с воздуха. Чушь вообще, просто, ну и чушь, просто полная дичь. Федя, дичь. Ах, какой кошмар, какой кошмар.